Старого Алабая собирались вести усыплять, по совету ветеринара. Хозяева не сказали правды своему пятилетнему сыну, но в момент прощания произошло такое, что шокировало всех. Алабаю Лоре было уже 11 лет, последние три она мучилась от онкологического заболевания, и ветеринар посоветовал не мучить животное и сделать эвтаназию. Хозяева решили не говорить своему пятилетнему сыну Мише правду, сообщили, что Лора едет в приют для престарелых собак, но совсем. Он закрытый, а потому навестить собаку будет нельзя. Мальчик всю ночь проплакал, а на утро его родители нашли ребенка в обнимку с Лорой, которая улеглась к нему на кровать. Уже в прихожей они не могли разнять Мишу с любимой питомицей. Та положила морду ему на плечо и прикрыла глаза. Потом она вдруг взяла мальчика зубами за рукав пижамы и потянула в детскую. Он послушно пошел. Когда дверь за ним закрылась, Лора рухнула на пол в коридоре. Хозяева увидели, что громадная опухоль, которая росла у собаки на животе, прорвалась. В лечебницу ехать уже не было смысла. Она издала последний вздох. Глаза ее были еще приоткрыты. Открыты. Миша будто понимал что-то, так и не вышел из комнаты, пока родители возились в прихожей. Лору похоронили на кладбище для домашних животных в тот же день. Нужно памятник установить, чтобы не потерять могилу. Мишка лет через десять сюда придет, вспомнит. Еле сдерживая слезы, сказал отец мальчика своей жене.